Андреевич Крылов, басня «Ворона и лисица». Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, и только все не впрок. И в сердце льстец всегда отыщет уголок. Вороне где-то Бог послал кусочек сыра. На ель ворона взгромоздясь, позавтракать было совсем уж собралась, да призадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду лиса близёхонько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр, лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом, с вороны глаз не сводит и говорит так сладко, чуть дыша: голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки? Рассказывать так право сказки? Какие перышки, какой носок! И верно, ангельской быть должен голосок. Спой, светик, не стыдись, что ежели сестрица при красоте такой и петь ты мастерица, ведь ты бы у нас была царь-птица. Вещуньи нас похвал, вскружилась голова, от радости в забу дыханье сперла, и на приветливые лисицыны слова ворона каркнула во все воронье горло. Сыр выпал, с ним была плутовка такова.